Вот сегодня 5 мая. Вот я пошел посмотреть. Это у нас виноград. Да. А тут гончарух Александра Михайловна тут занимается нашим. Надо снимать, когда виноград будет, когда грозди, когда тыквы росли. Опутали весь виноград. Какой виноград? Ну. Ведь надо было видеть, и платить их. Чего вы эти делали? Ну, вот видишь, тут еще никого нет. Я тут его попросил с Володей, мы растащили сверху-то, что лежали, доски, да? Да, доски да, на да. Ночь, это сказать, на зиму закрываем, вот, доски, шифер, целлофановые листы, сказать, полотна. Это окна Надежды Васильевны, а вот это два моих окна. Вот, это яблоньки. Вот тут попортили мышки. Смотри, они что сделали, мыши-то. Хорошо, как обгрызли. Ну, это нормально. Ну, это вот мы такие садовники. Это нормально. Нормально? По-божески. Вот яблоньку все обглодали. А если бы мы его как-то обтоптали или подняли, то я вообще не обращаю внимания. А там он яблоньку, смотри, до самого верха обгрызли. Видела? Да. Вот оно где. Ветер сильный сегодня, прямо мощный. Вот. Ну, тут наши качели. Наши, то есть ребятишки качаются. 4 качели. А вот что тут мышки сделали за зиму. Вот яблонька растет. Вот она тут, шифер лежит. Вот она вся обглодана, вся. До самой макушки. Вот надо теперь еще вырезать, только убирать. А почему? Много было снегу и вокруг не утоптано. Говорят, это причина. Но это вишня. Начинает расцветать. Вишня. Голуби мой голос услыхали. Ничего у меня нету с собой. Нету. Летите на место. Рыжую возили к породистому коту, привезли, она там наверху. О! Показать тут какое у нас сокровище. Это у нас тут береза. Брал я с них когда-то в прошлом году. Сок. Она еще нет. И елка. Не садил я ее, ничего. Это готовая досталась с домом. Дом – это недвижимость, которая рассчиталась со мной государство. А вот рядом, при входе, вот это вот ворота, а вот миндаль. Вот Экклесиаста написано, расцветет как миндаль. То есть тело наше преобразится. Смысл такой дается, когда воскреснет. Миндаль имеет символ бессмертия. Согласно Библии, не по выдумкам человеческим. Вот я однажды подарил тут 3 веточки, поехал. Ну, секретарю там и банкиру пришел. Как раз день рождения, даже не знал-то. А надо книжку было выкупать-то. Он, ни слова не говоря, мне 50 тысяч-то и скинул. Так что бессмертие на практике. Ох, они как летят. Это Михаил Петрович. Он был у нас все еще комендант-смотритель. За всем имуществом смотрит. Работяга, трудяга. Вот, проверяет рукомойник, как вода есть, нет, мыть руки. Тут мы повесили. До всего ему дело. А вот подошли. Ну, что на меня смотришь-то, а? Еще думаешь, что-то у меня есть? Еще нету. Я просто вышел на улицу. Сейчас, еще через полчаса будут люди подъезжать. И будет богослужение. Ну, теперь у нас начинается с 5 вечера. Вот как. Показать вокруг. Снова вернусь. А это у нас калина. Калина. Вот какой большой куст. Ну, высота его примерно 3 метра. Я тут подрезал его. Это шиповник. Прям тут же на нашей территории. Что главное, я ничего не садил. Тут кто-то садил. Это тоже куст калины. Большой, хороший куст калины. Ну, так, маленько иногда берем, а иногда-то и нет. А это голуби сидят. Я там солнышко на той стороне. Вот они где. Вот они. Я с той стороны могу
заснять. Это вот все пропенил между досками Игорь Добунов. Тоже трудяга. Даже не представляю, сколько он ведер тут истратил. Все. И здесь вот этот дом вокруг. И на той стороне вот этот дом. И все, все, каждую доску пропенил. Вот трясется руками, поэтому плохо. Затопили. Вроде как холодно. А не холодно нисколько. Я в одной рубашке. О! Интересно, как вот богатый человек тут рядом строит разные там увеселительные учреждения и вот бы покусился отнять эту местность. У нас тут соседи пришли, тоже люди забеспокоились. А что вы для этого сделали? Ничего, молитесь. Я Богу сказал, Господи, нам это место нужно. Тут приют находят люди, тут для детей многое готовится, собирается. Ну вот приходит время, я возвращаюсь, а мне говорят, а его нету, умер. Умер. А дом стоит, его дом, ну там, конечно, другие пришли. Это я иду, шатаюсь тут. Вот издалека только видно, на той стороне дом. Богатый, большой. Там алюминий, там сдавали. И прочее это. И все, никого нету больше. Людям, видимо, у Бога все высчитано, кому сколько жить. Я тоже смотрю, вот у меня здесь лук. На окошке подходят, и бывает так, что они не нужны, тут мощицы. Я вот загородил железками. А вот это чеснок. Чеснок. Видишь, зелененький, можно брать его. Вот, Александра Михайловна. Виноградарь. Добрый. Я вообще не подхожу. Поднял только. Все. Игнатий Тихонович, я вам обещала виноград. Он у меня есть. Но там за ним никто не будет ухаживать. Он погибнет. Но? Надо в свое время посадить. Надо. Сейчас можно садить? Можно. Так посынковать надо. Ну а куда садить-то его? Ну вы хотели туда в Потеряевку. Ну да. А кто там за ним ухаживать будет? Ну, а эти годы-то кто ухаживал? Там ухаживали же мы, в лагере он у нас. Ну, я принесу завтра. Это надо отправить. Завтра-то я не еду, когда Игорь придет. А его тут можно где-то прикопать, чтобы он пока, потом выкопать? И... Не. Его сразу садить надо? Его надо садить сразу. Ну, завтра его... никто не едет. Вы с батюшкой что? Говорите. Сейчас поговорим, может, возьмет. Так ты не успеешь. Ну-ка, я завтра-то же при... Ну, как вечер, а он уже уйдет, батюшка, в это время. Да я же утром-то приду на службу. А, ну не знаю я. Если жива буду и угодно я буду. Я скажу там, это, Володя-то посадят там его. За немного уходу. Ну, не знаю, мне нравятся зеленые, а не черные. Да. Черный он винный какой-то. У меня зеленый и синий, без косточек, сладкий. Ну вот надо, значит, что-то сделать. Ну, батюшку поговорим. Иди сюда, о тебе речь идет-то. Батюшка, будут агитировать вас. Видишь, у нас батюшка не пузатый, стройный. Как ластрастиночка. Так, она виноград хочет принести. Ты увезешь у меня туда домой его? Нет, не увезу. Все, все, Александра Михайловна. Кому везти? Володе отдать. Ну, привет, на машине увезут, я не повезу. Да зачем увезти? Из него ничего не будет все равно. Почему? Ну, за ним ухаживать надо, осенью прикрыть надо, весной открыть. Вот мы это и делаем. Да делаете. А ты забыл, как я по деревне разносил тазики виноград? Ну, у кого есть, ни у кого нету. Так разносили-то ягоды, а это ветки. Речь... А то, что яблони садили в эту зиму, все поели мыши, у всех ували. Да. Вон объедено, голая. Ну, все, ничего нет. А у тебя вот есть такой документ? Нет, какой у меня? Да нет-то, конечно. Удостоверение, что о статусе... Дети войны, ну, я дитя войны. А что это дает? Ну ничего. 2000 получите и это самое. Батюшка. Ну что, это чтобы таких людей, которые не воевали, побивали или как? Нет, батюшка, просто. У вас нет никаких льгот? Ну когда я вас сниму? Нет, так вы тогда 2000 получите. Свидетельство. Так если ничего нету, у меня брат родной, Павел,
собирал этикетки с этих, с коробочек спичечных-то. Ну, набрал много, они меняли везде все. А потом говорит, ну, куда их, куда? Да никуда. Он тогда вышел, весной вода течет, он по воде их пустил, они все уплыли. А зачем это? Ну, выдали удостоверение. Ну-ка. Ну, а где ты взял-то? Где? Привезли мне. Прямо привезли? Ну да. А мне не привезли. Ну вот так. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Что, привязали уже? Ну, слава Богу. Ну вот уже Севастьян. На моление приходит. Севастьян. Слава Богу. Хоть... Пусть растет, слава Богу. Хоть один читать. Все уехали, певцов никого нет. Давай. Ты только поднеси ногу. Сходи. Это не пустырь. Большое дело, это наш пустырь. Юрист, адвокат. Ну, по мирскому Эдуард, принял крещение Севастьян. Он мне, она женат на моей родной племяннице. Хороший человек.